Всем привет-привет! Сегодня нас ждет распаковка бокса от флакон Flowers Box. Давайте начнем сразу его распаковку. Ой, тут все повывалилось. Давайте я поставлю на коленки, чтобы не шебуршать ничего такого. Давайте начнем вот с такой маски. Это у нас бренд, по-моему, премиум, да, Homework. Альгинатная маска с морским виноградом. Это полноразмерка. Давайте полноразмерки, наверное, будем складывать сюда, чтобы они точно поместились. Еще одна полноразмерка. Это бальзам для волос Алерана бренд. Формула кератинового восстановления. У меня была такая маска, я ее отдала маме, потому что у меня слишком много всего для волос было. Я решила немножечко разгрузить свой ящик с продуктами для волос и отдала его, этот продукт, маме. Теперь у меня он тоже есть, и я смогу его попробовать, чему я очень рада. Также здесь у нас идет шампунь и бальзам. Это уже формула максимального объема, тоже Алерана. Обязательно попробую, возьму с собой когда-нибудь в путешествие, если поедем куда-нибудь, то обязательно возьму на один раз. Я думаю, будет прекрасно. Такой вот красивый здесь, такая красивая открытка у этого бокса. Опять же, скидка на Эрборе, скидка на Медипил и скидка на Маньо. Обязательно воспользуюсь этими скидками. Ну и скидка на Элемис тоже воспользуюсь обязательно. Что у нас дальше? Давайте достанем большой. Это скраб для тела, кофейный скраб для тела с маслом виноградных косточек и ментолом. Интересно, будет такой охлаждающий эффект. Мне кажется, на лето будет прям супер. Скорее всего, это полноразмерка, поэтому ставим к полноразмерке. Давайте как-нибудь ее распрямим, чтобы она не падала. Вот. Тоже полноразмерочка. Еще одна полноразмерка. Это гидролат с лавандой. Краснополянская косметика. Таким я, к сожалению, не пользуюсь. Тоже отдам кому-нибудь из подруг или маме. Маска с лавандой, с морской лавандой. Увлажняющая и защищающая. Защищающая, да, маска. Тоже это полноразмерка. Очень интересненько. Такой у меня еще не было. Скидка в молекулу тоже. Можно будет попробовать что-нибудь там заказать. Из большого. Здесь еще вот такая вот шелковая резиночка в пакетике. Тоже, скорее всего, это полноразмерка. Вот так вот ее поставлю. Это полноразмерочка. И у нас остались еще одна полноразмерка. Это вот такая вот помада от Divash в 11 оттенке, красный оттенок. Я открывать не буду, скорее всего, кому-нибудь ее передарю, потому что красные оттенки я не ношу. У меня есть подруга, которая очень любит красные оттенки, они ей очень идут, поэтому, скорее всего, попробую отдать ей. Надеюсь, она возьмет. Вот. Herborian – это Glow крем для лица, миниатюрочка. Что у нас тут еще от Herborian есть? Нет, все от Herborian, больше ничего нет. И это очень хорошо. От Pio у нас идет мицеллярное молочко для лица. Вот такая вот миниатюрочка. Попробую. Мне не понравилось, если честно, тоник и мицеллярная вода от Pio. Как-то, не знаю, она, возможно, предназначена для более сухой кожи, но мне она совсем не зашла. И все, что у меня было от Pio, я отдам подруге. Она этот бренд очень любит, поэтому все идет к ней. От Manio здесь у нас гидрофильное масло. Оно у нас идет очищающее,
да, очищающее гидрофильное масло, но также оно хорошо очищает поры. От Elemis здесь у нас эссенция, разглаживающая эссенция для лица Anti-Age. Тоже миниатюрочка. Вот так. Миниатюрочка. А, парфюм Вильгельм Парфюмери. Модест, наверное, или Модест с мимоза, с мимозой аромат. Интересно. К сожалению, здесь ничем не... Да, никакого аромата нет. Но я вставлю фрагрантику обязательно. И еще один парфюм. Это уже у нас... забыла. Бон парфюмер. 102 оттенок. Здесь у нас дыня, жасмин и еще что-то. Тоже обязательно вставлю фрагрантику. Вот. Так, куча миниатюрочек от Урьяж. Здесь у нас идет серум какой-то, вот такой вот маленький. И какой-то гель. Тоже обязательно подпишу, что это за миниатюрочки такие. Крем для лица с розой от доктора Хаушка. У меня, по-моему, есть даже полноразмерный, но это дневной легкий крем. Вот этого у меня нет. У меня есть обычная версия, поэтому этот я обязательно попробую сама. Очищающая умывашка от доктор Сиракл. Это у нас с чайным... Да, чайное дерево. Должна хорошо очищать, поэтому... Ставим ее тут. Тоже обязательно попробуем. И последнее, что у нас есть. Здесь у нас что-то очень интересное. Осветляющий стик с глутаматом. Это MidiPeel. К сожалению, не закрыт. В общем, там стик. Это полноразмерка и довольно-таки дорогая полноразмерка. Насколько я понимаю, здесь 5 пептидов балансирующих. Получается, он будет осветлять постакне и пигментные пятна. Очень интересно, я обязательно попробую, потому что я страдаю пигментными пятнами и постакне. Это все ко мне, к сожалению. Ну, не знаю, как-то наполнение вроде классное, но при этом помада для меня не носибельного цвета, красного. Обязательно попробую маску, обязательно попробую стик, бальзам. Ну, тут три или одна резиночка, или три резиночки. А, по-моему, там одна резиночка. Ну, резиночка для волос в ходу всегда хорошо. Куча миниатюрочек. Парфюм для меня это отлично. Два парфюма есть. Гидролат мимо меня, к сожалению. Ну, остальное тоже в целом попробую, кроме Airborian. Airborian тоже отдам кому-нибудь. Ну, и гидролат, соответственно, тоже отдам. А, сбоку напишу выгоду этого бокса, если она здесь есть. Но, надеюсь, она здесь есть. Пишите, как вам наполнение этого бокса. А, на этом все. Всем прекрасного настроения. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока.